Теперь, не обращая внимания на жару, холод, дождь и снег, продавцы могут торговать, а покупатели приобретать необходимые товары. С мая текущего года куиргазинцы наблюдали за ходом строительства нового павильона в центре села Ермолаево. Работы велись предприятием «Автобашсервис». После того, как все они были завершены, здание прошло приемку, и в канун Нового года гостеприимно распахнуло свои двери для продавцов и покупателей. Радость вместе с жителями села разделил глава района Ахат Кутлахметов. Генеральному подрядчику, а также всем, кто оказывал содействие в строительстве, Ахат Евдатович вручил благодарственные письма. Поздравили куиргазинцев с этим знаменательным событием и артисты районного дома культуры. Кто-то сказал кому-то главные слова. Символическая лента разрезана, и торговый центр приглашает всех жителей за покупками. Эта мечта была у меня давно, поэтому я не мог найти инвестора, потому что за счет бюджета такие вещи нельзя объекты строить. Поэтому нужен был инвестор. Но инвесторы не созрели. Я многим предлагал, но наконец-то вот появился у нас Никитин Денис Александрович, еще Ахмезянов Ренат, потом еще Кахно с города Кумыртау. Вот они втроем в этом году решили участвовать на аукционе. И вот Денис Александрович Никитин выиграл, и в результате вот он дал мне руку и сказал: «Ахат Евдатович, я, говорит, обязательно вам построю. Вы, говорит, мне поверьте, я, говорит, сделаю все». Среди гостей и почетный гражданин куиргазинского района, заслуженный работник сельского хозяйства республики Раиль Абдрашитов. Ну, сегодня вот перед Новым годом праздничное настроение у нас, поскольку в районном центре нашего района открылся вот торговый центр. Это объект люди давно ждали, поскольку все-таки это необходимый объект для населения, потому что до этого многие ездили продавать свои товары в Кумертау, и наши жители Ермолаева и района ездили в Кумертау на рынок покупать товары, а сейчас у себя на месте. И объект построен очень хорошо, вот построен качественно, я хочу сказать, приятно здесь. Вот, поэтому я считаю, это большой подарок населению сделали вот, значит, администрации района и вот подрядчик. Подрядчик на собственные средства построил агрорынок крытого типа, где имеются комнаты гигиены, холодильники, лаборатории для проверки качества реализуемой продукции. Контроль качества у нас полностью собираемся. Мы как бы совместно работаем с ветлечебницей, которая будет здесь непосредственно своего человека будет ставить и будет проводить и клемешку здесь, и анализы всех мясо-молочных продукций. Полностью будет контролироваться здесь на базаре. Площадь рынка составляет 540 квадратных метров. Она рассчитана на 50 торговых точек. Большая часть практически уже арендована предпринимателями. В торговых точках смогут реализовывать свою продукцию личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские объединения. Для покупателей в широком ассортименте предложены мясо, колбасы, овощи, фрукты, кондитерские изделия, молочная продукция и мед. Те, кому предстоит осваиваться под новой крышей, полны хорошего настроения и больших надежд. Говорят, теперь будет больше возможностей обеспечивать население качественной продукцией. Свою продукцию приходилось раньше реализовать, ну, в основном на ярмарках, на улице, то есть как бы на холоде. Естественно, и за хозяйством, когда ухаживаешь, тоже на улице находишься, потом еще на улице и постоянно в холоде. А здесь, конечно, комфортно, уютно. И вот уже, видите, как разделись практически полностью. Ну, большое спасибо, конечно, всем, кто это организовал. Продавцы и покупатели уже успели оценить преимущества нового рынка. Это комфорт и удобство. На данное время вот открыли этот павильон. Вы знаете, это красота, это удивительно, что у нас в Ермолаево есть такой павильон. Лучше, чем в городе. Я довольна, и я думаю, наверное, все покупатели будут довольны, и продавцы. Стоят на холоде, мороз, снег, дождь. А товар же портится, ведь все это сверху и дождь капает, и снег. А вы нам вот очень даже понравилось. Вы знаете, я прям вот с удовольствием пришла сегодня. Да, удобно, очень тепло, уютно. Весь товар на лицо. Все прекрасно. Район процветает. Открытие нового рынка пришлось как нельзя кстати. Многие поспешили сделать покупки к новогоднему празднику. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.